Ты же меня любишь? Лови момент. А ты меня любишь? Конечно. Ты же здесь самая классная девчонка. Ладно, расписку напиши. Чего? Напиши расписку. Какую расписку? Что женщина? Ты никогда не женюсь. Мне другая жена нужна. Так что жена мне нужна соответствующая, а не с какого там техника кулинарного? Пищевого. А, пищевого. Неважно. Ты же как была, так и останешься колхозницей, правильно? Данилов, а ты не слишком крутой стал? Мы с тобой из одного колхоза. Не забыл? Я и был крутой, ты не забыла? Иначе не влюбилась бы в меня. Слушай, у тебя для счастья ума не хватает. Ну, любишь с какой-нибудь придуркой, еще замуж за него выйдешь, родишь ему. Ну, будет у тебя там 2-3 месяца счастья, а потом все. Муж стоишь, ему пройдет 20 лет, станешь толстым, несчастный теткой, будешь смотреть бразильские сериалы про любовь. И жалеть, пошла со мной на бал. Не буду. Жалеть не буду я. Старый толстый несчастный тетка. Поспорим. Давай поспорим, я буду счастливой, любимой, красивой и с высшим образованием. Если все так и будет, то я разведусь со своей третьей молодой женой и женюсь на тебе. Пошли целоваться. Экзамен у меня надо. Я здесь учусь. А, давай разгар. Да. Красивка, ты молодец. Реально круто, тебя поздравляю. То ли еще будет. У меня парень тоже. Только что придумал. Может, я про универ тоже придумал. Машина есть, и деньги зарабатывают. Я тебе завидую скоро. Прощайся. О, обращаюсь. Привет. Вечер добрый. На это вот жениться собираешься? Не, я с ним посплю. Хороший выбор. Подвезти? На вокзал? Давай садись, не выпендривайся. Вот мой парень выходит, подает руку и открывает дверь. Ну, давай учись в людях разбираться, а то вместо жены бизнесмена будет жена уголовника. Ты вот должен недостающих элементов. Чего? Давай не глупи, а? Да, забудь ты про него! А тебе какое дело? На вопрос ответь. У нас все, а будет еще лучше. Да. Красненькая, я еще подумал, может, правда жениться на тебя. Ты же как была дура, так и останешься. Кому нужна потом ложь? Подстилка бандитская. Пусти! Пусти. Ты встаешь, удивляет. Первый, второй, третий, пятый. Да я красавчик. Мне молодой перспективы. Молодец. Рада себя. Продолжаешь меня удивлять? Смотри, еще немного и сам в себя влюблюсь. Вышел замуж, вышла? Да, все по плану, за городского. Бизнесмен? У разбитого корыта останешься, звони. Помогу по старой дружбе. Через 2 года. Отпразднуем мою победу. Красивая. Соскучился. Пошли на ваше место. Я Данилов другому отдана. И буду ты выиграл. Я дура. Я даже высшее образование не имею. Мужу помоги вытащить из тюрьмы. Зачем? Он же неудачный. Нет, не всегда. Он отец моего будущего ребенка. Ты единственный мужчина в моей жизни, который делает то, что вообще. Наши истории, фрагменты, нам уж не найти. Как ты не заметил? Недостающих элементов. Выходи за меня замуж. Не вернуть обратно эти дни. Я серьезно. Ты ведешь свою работу на меня. Данил, у тебя был вообще ведь другой план. Тебе нужна была городская, с высшим образованием. Отвези меня домой. Меня сын ждет. А сердце словно прервалось тут. А ты переспи со своим. Тишина ухает. И так предательски все вокруг. Я вчера предложение сделал. А прошлое напоминает. Даю тебе неделю подумать. Закрою глаза. Я тебе пришлю телеграмму с поздравлением. И вновь повторится все, что будет.
осколки памяти нашей истории. Слышала? Саша Данилка. Прошу. Не достающая элемента. Не вернуть обратно. Эти дни, дни остались. Кто сказал, что время лечит? Кто сказал, что потом будет легче? Я такой, как ты.